Вопрос будет задан через 60 минут. Вопрос будет задан через 60 минут. Минут. Итак, Ева,
Что же произойдет дальше? Отвечай. Отвечай. Ева, что же произойдет дальше? Уже иду. Отвечай. Что же произойдет дальше? Что же произойдет дальше? Что же произойдет дальше? Отвечай. Минута. Я жду. Угу. Жду. Может быть, стакан молока. А пошел ты в жопу. Глупо. Ответ! Ответ! Герои, пошли дальше. Спокойно. Они идут. Двигаются дальше. Они пошли дальше. Они пошли дальше. Продолжай. Ну и вот. Кто твои герои? Ну ты. Стоп! Ответ! Ответ! Мои герои движутся дальше. Они вместе. Они вместе! Они все вместе движутся дальше. Все герои движутся дальше вместе. Так? Это нравится? Тебе так нравится? Тебе интересно? Это не так сложно. Все ответы у тебя внутри. Нужно только поискать, немного потрудиться, поработать. Скоро ты не сможешь прятаться в болоте. Я изменю график. Страданий будет гораздо больше, потому что мне нужен результат. Но мы оба не хотим ворошить старые секреты. Правда, Ева? Герои должны уехать. Уйти, убежать от этого места подальше. Пешком им не добраться, значит, им нужна тачка. Поезд. Нет, поезд не романтичный. Плохо, плохо. Им нужен самолет. Самолет? Теплое направление. Перефразирую вопрос. На чем движутся твои герои? Не самолет. Сука! Ева, ты способна на большое. Можешь подумать еще 30 минут.
Твои герои. О чем они изнутри? Куда движутся твои герои? Отвечай. Ответ! Ответ! Они плывут на корабле. Правила останутся прежними. Я буду задавать вопросы. Ты будешь отвечать. Дальше. Самолет. Герой. Я хочу таблетки. Ты хочешь отвечать? Я не хочу писать. Ты не пишешь. Ты сообщаешь правильные ответы. Ты хочешь отвечать. Дай мне таблетки. Продолжай. Я не знаю ответ! Что-то прилип. Мне просто жарко. Я плаваю. Ты будешь страдать, пока будешь бесполезна. Ты часть замысла. Выполняй свою задачу ради результата. Тебе уже пора в комнату. Мне наплевать на твои вопросы. Где-то в глубине мне жаль. Но негативные эмоции нужны хотя бы для контраста. Если для результата необходим пинок, я отважусь пофантазировать. Чтобы быстрее остыть, попробуй вот это. Только будь внимательна. Не прокисни. А может быть, все-таки... И на корабле. Ева. Тебя еще совсем не жаль. А день катится к финалу. Давай же, лепи свои сказки.
Стоп, ответ. Корабль уходил в море. И они все... Неромантично. Молчать. Теперь молчи и жди. Ева. До встречи.
арендует, а вернее, будет сказать, временно выкупает деревню или небольшой поселок, как правило, в самой неожиданной глуши. Только так, оставаясь совершенно одна в искусственно вымершем поселении, писательница рождает свои шедевры. Вопрос будет задан через 60 минут. Научишься правильно складывать слова в предложение, а? Писатель, ну ты хотя бы отвечай, Ты меня вообще слышишь, алло? Алло. Ну что, алло, что делать будем? Как мне объяснять всем уродам твое поведение, героинам? Ева, смотри, сука, если не будет хорошей книги, хрен с ним. Но если ты не начнешь давать нормальные человеческие интервью... Серьезно, ты знаешь, о чем я? Не шути больше, это просто работа. Просто делай ее и все, не тупи, солнышко. Дай людям шанс думать о тебе положительно. Бабки мне дай зарабатывать. Тебе хорошо слышно? Бабки на кону очень большие. А твои странности вместе с талантом в жопу засунь и заклей там. Ты поняла? Поняла. Ну и хорошо. Про книгу это шутка, конечно. Ха-ха-ха. Книга должна взрывать. Ты же хорошая девочка. Ты все сделаешь. Ты там как вообще? Жрешь? Вчера слышала коптер. Еще раз услышу, вычислю, собью. Повторяю, для тупых писательниц заплачены огромные деньги. Программу ведут новые люди, просто красавчики. Весь сектор блокирован, как на войне. У тебя в голове уже коптеры летают. Ты хотя бы не бухай там. Смотри, я приехать могу. С договором и красными гвоздиками. Ладно, мне спать надо. По поводу таблеток повторюсь, хрен тебе. Вот ты, сука, весь день мне испортила. Работай! Я употребляю в пищу специальные экологически чистые продукты. Только так можно заставить мой мозг думать. А помимо своих вольных фантазий, он у меня должен еще и работать. Работать много и трудно. Как вам удается поддерживать себя в такой форме? Не посмотрела, сколько тебе лет. Хотя в контексте того, что я могу тебе рассказать, это не важно. Даже лучше, что я говорю в ничто. Нет в мире ни одного человека, которого я хочу видеть. Ни одна реакция на написанные мной слова, ни одна чужая улыбка или сраная слеза мне не интересны. Я хочу узнать и запомнить себя настоящей сукой. Поэтому только так. Строго овощи, выборочно крупы, вода только живая, крайне редко молоко, никакого животного белка. Любое мясо, птица, рыба исключены.
Я хочу есть только ту еду, которая мне кажется вкусной. Чем теперь не принято питаться? Я ем плоть живых существ, убиваю их и ем. А могу ведь так не делать, правда, да? Правда, да. Но могу и делать. И это точно такая же правда. Иначе зачем нужен выбор, если выбрать нельзя? Спирт пополам с водой. Так мне действительно легче. Происходит волшебство, и мне сразу становится легче. Не как от таблеток, нет. Потом, вот-вот, когда-нибудь будет эффект. Нет, эффект сразу. Сразу хочу эффект. С остальным гораздо сложнее. Я иногда думаю, что я слишком плохая, и вся причина только в этом. Все эти события, космос, тайны, чувства, эмоции, взлеты и падения, аплодисменты, бурлящая жизнь, правила, медальки, правила, все это придумали люди, а мне совершенно насрать на людей, мне насрать. Но я совсем не ангел. И иногда, довольно редко, может быть, могу позволить себе бобы. Совсем немного на пару, без соли. Все виды свежего перца, кроме группы чили. Сельдерей, мед, вареный томат, мятный чай. Мой мозг, как и душа любой настоящей писательницы, не должен предавать нашего третьего друга тело. Ведь в конце концов, это наша основная лошадка. Недостаточно мягкий характер, извините. Я море увидела только в 15. Мы приносим искренние извинения, но руководство просит напомнить, что договор на это интервью уже оплачен как исключительно стандартный формат для масс-медиа. Мы с вами просто не вправе нарушать этот пункт, да и наш электорат, конечно, желает узнать о вас что-то не настолько мрачное. Еще раз извините, но думаю, будет правильным начать заново. Да, конечно. Я понимаю. Это же изумрудная соечка. Моя пугливая девочка. Я должна идти. От лица компании и от себя лично благодарю вас за интервью и надеюсь, что не сильно помешало вашему творчеству. Мы всегда будем признательны за создаваемые вами вселенные, за то, что внутри обыденности, рутины вы, как никто другой, умеете колдовать. Именно колдовать, понимаете? Ведь вы настоящий... Спасибо. Трансляция закончена. Ты молодец. Можешь немного погулять. Я хочу с тобой. Новая шутка понравилась. Спасибо. Я несколько сомневался. Боялся излишней жестокости. Вот опять смешно. Спасибо. Не показывай больше, ладно? Он сам так решил. Я просто не мешала. Сам себе жил. Гений. Гений. 8 величайших романов. Да. 8 комков целебного света, мудрости и глубочайших путешествий. Кто знал, что у него там в голове? Решил и повесился. Я просто не мешала. Боюсь трупов. Не показывай больше, ладно? Я постараюсь быстрее писать. Я же хорошая, талантливая. Я хорошо пишу? 8 или 9? Вопрос трудный. Правда, Ева? Да, я хорошо пишу. Я талантливая. Я обожаю писать книги. Я талантливая. Я обожаю писать книги. Почему ты не пишешь? А ну-ка,
Пиши, как они разговаривают. Жрут, спят, рожают. Пиши! А напиши, что им больше ничего не нужно. Кроме как улучшать условия жизни. И много ржать, и жрать. И это никогда не закончится. Пиши, давай! Ты хотела собрать мяту. Я не хочу стирать. Я не хочу гладить свою одежду. Я не хочу готовить еду. Мне не хочется мыть посуду. Я хочу лежать на кровати, всегда сытая. И как только захочу секс, чтобы он сразу был тут же. Мне плевать на писанину. Молодец. Можешь остаться на территории. Недолго. Очень зря. Платье классное. А пригласи-ка меня в гости. Это мой самый красивый домик. В болоте сложно что-то выдумать. Но когда получается, больше нельзя разлюбить. Ты красивый. Очень. Тебе снятся сны. Я знаю. И я снюсь. Правда, и ты снишься, и еще очень многие другие. Они всегда кричат, плачут. Наверное, это больно. Тебе меня жалко. Ты меня жалеешь. Такой романтичный. Мне гадко, Ева. Почему? Почему ты такой милый? Какие отвратительные воспоминания. Во всем нашем болоте не найти такого аппетитного мальчика, как ты. Такого крепкого. Ты кровавый хищник. Садист. Сладкий мальчик. Самый терпеливый. Терпи, мой зай.
вкусный, горячий, крепкий мальчик. Терпи, солнышко. Великий писатель пригрел заблудшую девочку. Она хотела света в лучах его славы. Она хотела большой визгливой жизни, обожания мужчин и зависти женщин. Он ее понимал и не обижал, потому что он был очень мудрым человеком. Но девочка об этом не знала. Говори, обожаю твой железный голос. Говори все, что хочешь. Девочка вошла в старый гараж. Он завершил свой самый великий, 9-й роман. Девочка решила украсть авторство. Это было возможно и даже легко. Но самое страшное не это. Самое мерзкое и непростительное – то, что девочка позволила себе глотнуть немного молока. Повешенный писатель, девочка, раздираемая страстями, и совершенно непростительный глоток молока. Без стыда и сомнений. Ты отвратительное существо, Ева. Поэтому мне гадко. Приснись мне сегодня, милая. У меня литературное образование. Козел. Кажется, у тебя протекает крыша. Писатель твой завел меня, как заводят собачек, и стыдил меня вечно за глупость. А что это ты там вечно пишешь по ночам? Пьяная, на своих грязных бумажках. Потом все мнешь их и мнешь, в воду швыряешь. Это лично. А, ясно. Ты же писатель. Наверное, важные наброски. Молодец какая. И какая унылая глушь. Почему ты всегда выбираешь такие места? А я знаю, что ты сейчас здесь. Да, точно здесь. Спрятался. Я хорошо пишу. Тебе нравится результат? Я потрясающе.
прекрасно, талантливо и невероятно глубоко пишу! Ева, это были последние слова Романа. Поздравляю. На этом все. Спасибо вам за терпение. Даже волны. Он уже идет к тебе. Это конец нашего романа. Прощай. Там нужно написать другие слова. Слышишь? Финал неверный. Мне нужно немного поправить, переписать. Слышишь? Это важно! А пароход уходил в море, и люди, и погода, и даже волны были совершенны, как тогда. Вечно все кругами. А пароход уходил в море, и люди, и погода, и даже волны были совершенны, как тогда. У книги неправильный финал! Вечно все кругами. Его нужно переписать!
Толпу отцепили, готовы встречать. Пресса на низком старте, мы уже онлайн. Везде. Можете выходить. Я вас не задержу. Уже задержала. Говори. Финал дурно написан. Нужно переписать. Вы же знаете. И еще. Финал. Финал опять. Опять ты со своими комментариями вонючими. Ты когда-нибудь отстанешь от меня наконец? Сделала работу, и хорошо, и молодец. А я сам разберусь, какие финалы кому приписывать. Не надо меня учить. Меня учить не нужно. Слышишь, орут. Нравится. Им нравится. Они меня там будут качать на руках, понимаешь? И подкидывать будут, и фотографировать будут, шампанским обливать, измажут всю морду мне помадой. И ненавидеть будут, потому что завидовать будут мне. И ненавидеть меня будут. Жизнь долгая будет, счастливая жизнь, настоящая. А ты финал не понравился. Ты просто галлюцинация. Сбой. Тебя нет, не существует. Ты никто. Ты вымучила книгу, выстрадала ее, написала, да? А мне-то что до этого? Ты какое имеешь право доводить меня до такого состояния? Исчезни. Жалко вас очень. Зачем вам туда? С неправильной книгой. Ну, я люблю, когда меня качают на руках. Нравится интервью давать, знаешь, микрофоном в рожу тычет. Все так. Они меня ненавидят, а вынуждены боготворить. Ладно, давай увидимся. Паша. Ты про меня никому не рассказывай. Платье у тебя классное. Ладно, пойду, а то ждут. Павел Андреевич, отвечай. Итак, Ева, что же произойдет дальше?